Жили-были братья Славен и Рус. Бродили они по свету, приискивая землю, чтобы род свой начать, дожить в мире и здравии. Приглянулось братьям место на реке Мутной, близ озера Мойска. Поставил здесь Славен град и назвал его именем своим, а реку Мутную нарекли по имени старшего Славенова сына Волховым. Но злая душа была у отрока юного. Покорился он темным богам, направив путь свой земной на дела негодные, далеходейские. Темные боги научили его обращаться в чудище страшное, крокодила. Обратясь, причинял он люду, окрест живущему, беды и страдания. Силен был колдун, покорились люди его могуществу, стали носить злодею дары, даяство богатство. Пуще того, приказал крокодил поклоняться ему, словно богу. Поставили люди на крутом берегу деревянного крокодила и повел колдун вокруг того места устраивать кульпище. Боги языческие прогневались за это. Обернулся разволк с крокодилом, напали на него духи водяные, и не стало больше чудища страшного. Похоронили его люди, насыпав над могилой высокий курган. Да рассказывают, что на третий день провалился курган под землю, и осталась от него яма глубокая. Стали жить люди после того ясно, да поняли, коли творишь худой, от худого не пропадешь.